будущее многим известно и интересно. И о том, что ждет нас впереди, можно только догадываться. Вот я думаю, что в будущем будут специалисты по изменению климата, производители запасных органов, фермеры, выращивающие животных и растений, генетически модифицированных по потребности человека, вертикальные фермеры, космические экскурсоводы. Человек обязательно разовьет в себе новые способности, телепортацию, регулирование температуры тела, изменение человеческого генетического кода. Обязательно появятся технологии, позволяющие человеку развивать такие способности. Обязательно появятся технологии, определяющие, какого человека можно развивать такие способности, а у какого нет. Разумеется, помимо новых профессий, возможно, человечество столкнется с тем, что иммунная система людей слабой и будет более подвержена болезням. Сегодня иммунная система может меньше работать для поддержания здоровья организма. Следовательно, люди будущего могут стать более зависимыми от лекарств. Также у людей могут возникнуть проблемы выбора своей судьбы, жизненного пути, будущей профессии. Еще вопросы, да? Вопросов в зале нету? Член жюри?